Всем привет, друзья! С вами Михакер, и сегодня мы с Хелдоном, Вреднули и с нашими подписчиками сыграем в настольную игру Bank. В этой игре есть разные роли игроков. Шериф должен вывести из игры всех бандитов и ренегата. Бандиты стремятся избавиться от шерифа. Помощник защищает шерифа любой ценой, а ренегат хочет стать новым шерифом, для чего должен остаться единственным выжившим. Если ты не знаешь правила этой игры, то ты можешь найти их по ссылке в описании. Надеюсь, тебе понравится это видео и ты поставишь лайк. Ну а мы начинаем. Так, мешаю и раздаю. Мешаю, кручу, верчу, обмануть хочу. Так, вот так. Так, кем я буду? А я шериф. Так. Кто шериф? Я шериф. Кто шериф? Настя. А Настя, это очень крутая роль, это помощник шерифа, я буду защищать Настю, понятно? Да, ты помощник шерифа! Она тебе врет, она обманет! Саня помощник шерифа. В честном деле я помощник. Да ладно, я шучу. Да, бля. Так, ладно, мешаю карты. Так, вытаскивайте все себе по одной пассивке, давайте вытаскивайте. Малыш Билли в свой ход может сыграть сколько угодно карт Бэнк. Это моя пассивка, а у меня бэнк как мимо как бэнк. У меня любая карта с руки как мимо. Ну ты 3 хп. Да. Я могу в фазе набора тянуть 2 карты из колоды или же 1 карту у любого игрока. Из игры. Именно из игры. Именно из игры, да. Неплохая карта у Хелдора. Это мне нравится. Ну у тебя тоже еще неплохая, ладно, давайте разберем. Ну такая, блин, на самом деле. Мне еще 2. Тебе еще 2. А почему? Что-то сработало? 4. Нет, все понял. 4 карты. Сколько КП? Сколько и в начале, типа, у тебя карт? Мне еще одну карту. А, тебе одну... Да, 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 одну карту еще. Ну что, шериф, не забудь взять 2 карты. Ну что, шериф, ходи, шериф. Так, я беру, получается, карты, да? Да, две карты. Да, ни у кого в игре нет карт. А, да, я пассивки уберу. Да. Миша, кто ты? Скажи мне, пожалуйста. Первое, не скажу я тебе, ты непонятно кто. Почему не хочешь мне рассказать? Говорят, что ты помощник шерифа. Нет. Ты не помощник. Я ставлю бэнгую я на Кас. Да, блин, теперь я под прицел. Да. Почему? Да, я закончила. Так, я беру 2 карты. Угу. Миша, ну не скажу. Ты нормальный челик, скажи. А кто такой нормальный челик? Кто такой нормальный челик? Бандит. Бандит? Я не скажу тебе все равно. Так. Ай, больно. Нет. Лигмас. Нет. Скип Лигмас, бери. Либо ты можешь первую карту взять и сброса. Кто там еще синий? Да, я возьму. По моим картам возьму. Да. Ну, так, я хороший. Закидываю волканчик. Теперь я с помощью паники забираю карту из руки Вреднули. Вот. Да, вот эту вот карту. Фигово. Я кидаю дуэль на Вреднулю. О, нифига. Она же не шериф. Я кидаю бэнк на Вреднулю. Похоже, но походу он ренегат. Как мимо. Он ренегат, походу, да. Все, ты закончил? Всё. Окей, господа, беру 2 фотокарточки. Ну давайте. Беру еще 3 фотокарточки. Какое? Сейчас откормлится, как я. Охренеть. Так, ставлю средний экспресс. Ставлю бинокль. Знаете, что я сделаю? Кто там картами крутит? Кто там картами крутит? Так, кто мне, скажи, ты, Лимас, кто ты? Ну, это смотря кто ты. Ну, хотя чё мне? Я паникой, соответственно, у меня прицел. Я могу паникой забрать Вреднули. А, стоп, Вреднули по кому мочила? По Лимасу, стоп. Тогда... Стоп, а он мочил по ней, то есть... Да, он по ней мочил. Да как понять, кто из вас... Бери у Ливмаса. Ладно, я возьму... Да у меня отстойные карты, не бери. А на самом деле, это я. Я возьму у Ливмаса. Ну, я забыл перевернуть, сори. Так, ладно. Я знаю, что кину. Я кину индейцев.
Скидывать и бэнк или терять хп? А мимо не работает? Мимо не работает, только бэнк. Минус хп. Чё, у тебя минус хп? Блин, да? Фигово, фигово. Ладно, знаешь что, Ливмас? Так... Удар в тебя. Хау. Мимо можно использовать, да? Да, да, можно. Всё, тогда мимо. Так, и я бэнк еще не играл, бэнк тебе. Да хватит. Жёстко. Все, я скип, Миша, ходи. Бру-бру-бру, беру две, да? Да, берешь две. Давай, там шесть. Так, я для начала делаю вот это. Давайте вот это. Это что, сброс сразу? Да, сброс, сброс. Просто так, у нас шесть игроков, я вот так вот выкладываю. Там не берет, да. И ты первый, Миша, выбираешь. Так. Саня берет какашку. Неплохо. Вулканик, это как твоя пассивка. Да, она тебе не нужна, в принципе. Ну давай я возьму, наверное, вот это. Хорошо. А я могу сразу выложить? Да, да, сразу выложу. Так, дальше берите. А я вон магазин возьму себе. Окей. Да. Пиво себе. Или тюрьму забери, да, тюрьму забери. Забери балканик, забери балканик. Зачем? Мне не нравится. Ну да, тебе. Ни одна хп. Ливмас, что ты берешь теперь? Я беру. Я беру вулканик. Понятно. У нас уже три балканика. Так, что красотка делает? Скидывает карту сброс любого игрока или из игры, или из колоды. Скидывает что еще раз? Одну карту в сброс любого игрока, да? Да. Просто ты выбираешь у него эту карту и сброс скидываешь. Ну давай я красотку тогда сыграю. И заберу шерифа. Вот ты это. Можешь из игры. Ну ладно. Ну, Библия сильнее, если чё, чем Нива. Так, ладно. Ну и шо, и всё, походу. Так, окей. Всё, ладно. Давай, я беру карту раз. Ходи. И карту два. Угу. Первое, что делаю, я ставлю жизненный лист. Потом я ставлю укрытие. Ничего себе. Лягу. Да. Магазином хожу. Хорошо, давай раскрывай. Раз, два, три. Так, мне бы что-нибудь со здоровьем связано, есть ли у вас? О, салу. А я самый последний. Ну, салу мне не буду. Да, я возьму себе. Чурму возьму. Я не знаю, я бы не знаю. Салун лучше бы взяли. Что ты что берешь? Ну салун, он же всем дает хп. Да, я беру салун. А я не могу ставить, да, пока? Ну, а хотя какая вариант? Нет. А, ну все, он не будет действовать. Да. Так, что дальше, Каспер? Ну, ага. Ну все, я скипаю, все. Тюрьму ни на кого не оставляешь? А, давайте вы кого. А на нашего шерифа. Они не могут. Нельзя на шерифа. А, на помощника, блин, на помощника. А кто? Либо на Саню не помощник. О, замечательно. Вот я на нее. Надо на предмет. Если ты помощник. Нет, они не. Так, все, я скипаю. Все, я скипаю. Да ты уже, да, скипнул. Там же Настя звака. Так, я из... Драку. А тюрьму на любую дальность можно, да? Динамит? Да, тюрьму на любую дальность. Я убираю Вики. У этого вулканик. Вика, я тебя Вика, помощник шерифа? Скини мне вот эту карту. Нет, пошел бачка. Да что, я твой помощник, дура! Дура, блин. Да пошел бачка, часов ты дура. Так, тебя давай заберем. У тебя давай железный. Так, железный. Ой, капец, мы проиграли. Мы все с таким шерифом. Мы проиграем. Давай тюрьму кидаем. О, спасибо. Не хакер, ну как говорится, тюрьма не сиди кайфуй. Бэнг мы кидаем. На кого я могу? Только на Вику. Я не на кого могу, а где? Тогда все, я скипаю. Я открыла. Всё? Да, Лика. Я беру две карты. Она тебя обманывает, я помогу. Да слушай, я не знаю, все.
Я обновь Никите Гонгол. Бабское братство. Вики больше верит. Она... Два пива, двумя пивами. Бабская сила, да, Вик? Бабская сила, тащи. Ладно. А прикинь, она сейчас обманет ее. Сейчас поведет, я смогу добить. Все, хана дружбе. А так, Вика, ты не можешь, тебе нужно шерифа мочить, а не придумать. Вика, ты меня придумаешь. Ладно, не повезло, я использую ремик. Ёпси, использую пиво. Офигово. И использую бэнк на вред. Почему на вреднули, почему на шерифа? Я не знаю, почему он меня мочит. Чем ты? Ты бандит, тебе он бандит, мать. Его главная задача убить шерифа. Я не бандит. Как вы поняли, что он бандит? Да. Ну потому что я или вреднуля, мы между нами точно типа помощник. Кто из вас помощник шерифа? Я убью. Я помощник. Ты не понимаю, кто это. Так, ладно, беру две карты. Ника. Что? Так, выставляю вулканик. Разве я могу тебе врать? Чё, тебе доказать то, что она... А, ты можешь мне врать? Я могу её сейчас... А, нет, не могу её. Вспомни-ка случай в DC. Ладно, так... Сними с тюрьму с меня. Я Лимас? Бэнк тебе? Ай. Или ты помощник шерифа всё-таки? А, у меня мимо как Бэнк, Бэнк как мимо, ещё один Бэнк. Ай! И ещё один Бэнк. Ой-ой-ой. Убери карты. Ты скидываешь эту карту и... Ты бандит, я бандит. Еще бандит! Кто ренегат? Ладно, Миха, Каспер, давайте. Кто же ренегат? Кто же? Кто же? Может быть, ренегат, он погоди. Кто? Так, я, наверное... А, точно. А, нет. Может быть, ренегат, там, алло. Саня? А мое оружие тоже сброс, да? Да, оружие сброс. Ладно, а нет, не буду играть в эту карту. Знаете, что я сделаю? Я сделаю так, то что... Саня по-любому мог снять меня с меня тюрьму, но он ренегат. Вреднуля. Бэнк тебе? И он гасил бандита. Нет. Ну давай, если это бандит, то это все. А нет, все, теперь. Ага, все понятно. Блин. Ну стрёмно. Ну, не хакер. Я знаю, как. Минус два. Какая ты плохая вид. Все, ты все? Ты все? Ну, давай я проверяю тюрьму, да? Проверяешь тюрьму, Миша? Не выходишь? Не выхожу. Бля, Рика, как ты посмела? И скидываю ее, да? Да, и скидываю тюрьму, и ходит теперь Каспер. Как тебе как? Вика на ёбчик. Ну давай, Каспер. Блин, как-то мы должны это сделать. А что за тюрьма? Тяжеловато нам будет. А, это ты скинул, Миша? Да. Так, ну что, давайте я бэнгую. Знал бы я, нашего шерифа. Да на шерифа на нашего. Я использую вот это. Библия. Что ты используешь? И беру карту. Так, хорошо. Дальше я использую флягу, восполняю все здоровье. Она у тебя была, она стояла, да? Да, она уже давно стояла, на самом начале игры. Так, а я дальше использую магазин. А что блин, на четверых получается игроков? Что-нибудь, Михакер, я тебе подарю здоровье, только попробуй. Окей. Так, я беру себе, допустим, парень. Саня, бэнг есть? У меня есть бэнг, да. Михакер, это кто? Ты понял, да? Угадай. Бандит. Надо последнего дерева, что... Мечта, я последний карта. Дика, это... А чё за карта? Хорошая. Могу забрать карту? Да, в трехот есть, а потом через ход забрать карту. А, вот так, дальше, понятно. Дальше я использую панику. Давай. На нашего любимого шерифа. А паника, она что делает? Забирает карту, да? Забирает. Я ничего, да, не могу с этим сделать. Из руки, из... Поладно! Из этого... Зря я взял антикрёвный. Аху, блин, какую-то херню взял. Так, ты можешь ее. Фу. А, и я дальше дилижет использую. Вот. Получается, я должен взять карту с... Даже две карты. Две карты, да. И эти карты он может сейчас еще использовать, да? Да, да, конечно. Да. Он не может тупой. Не может так. Сильный ход у всего этого, точнее, бандита. Неплохо, да. Так, все, я скипаю свой. Саня, как ты думаешь, у него украсть укрытие или же...
Нет, не отдам. Уходи, чтобы Диринджер у тебя работал. Просто возьми. А, Зэй, я пассивку забираю. Ладно, так, пассивкой просто забираешь у него из игры. А чем она походи? А, дальше. Так, у меня пассивка моя, я пошел в очечку. Жаль. Я ставлю рынок. А, я шка... А, я... А, нет, я не берешь. Я не беру, я не беру. Так, я бангую. Так, на кого? На Каспера или... Да, на Каспера, на кого? Давай на Каспера. А я мимо, я тебе мимо. А даже. Ты как? Ну, все, я скидываю. Диринджер, Диринджер. Да, 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 Диринджер. И бери карту. А, ну, Каспер, для тебя Диринджер. Это Бэнк. Бэнк. Я понял. Ну, все. Минус ХП. У меня есть, нет. У меня есть чем заполнить. Так, да, так. Да, я скип. Не... Мне уже нечего сделать. Так, раз. Капец, у Сани карт. Да, выставляю мустанг. Мы с тобой проиграли, Михак. Выставляю винчестер. А, ну, наверное... Ну что, тебя похилить? Наверное, всех похилить. Ну, давай. О, мы ХП, а мне пригодится. Хили всех. А у меня не может быть сверх, да? Да, вы не можете. А я похилилась на максимум. Блин, не знаю. Ну, давайте Бэнк в Каспер. У меня Бэнк. Ой, блин. Зачем? Че вы так бедного Каспера? И все, я скип. Да я нет, у меня все хорошо. Так, беру. Я бандит, не хакер, на меня не ходи. Да я понял уже, господи. Так, ну че мы делаем? Мы ставим Скофилд. Угу. На Настю ходи. А чё, у Насти 5 хп? Не-не-не, потому что шериф? Да, да. Блин, он теперь до Насти достреливает. Давай, я ловлю. Ну лови, бэнг. Отклонение, берёт карту. Пошёл бачи, чё? Ты можешь сколько угодно бэнг. А, блин, надо было сначала вот эту... А, нет, положу. Она ставится, она ставится. Но она все равно, да-да-да. Чё, Бэнк еще есть? Да, она еще. Пошёл бачеч. И еще. Это деньги. Чё, минус ХП? Блин, всего одно ХП, да ладно. Ну ты у неё мимо скинулся. Ну и все. У меня было уклонение и мимо. У меня все. Ходи. Ага, я беру все две карточки. Как же быстро идет игра без этих динамитов, которые... Да. Два динамита на них проверять, 300 лет проверять их постоянно. Так, я ставлю себе бочку. Не брал панику. А я сейчас, знаешь, эту бочку заберу. А я на тебя выберу панику. На кого? На Хелдора, нет, на... А как ты на меня? А, блин, точно. Я понял, я не могу походить. Тогда у шерифа. Ты не можешь, я на один. Она на укрытии. Я на один, да. На кого я могу? Только у шерифа. Ой, то есть только у Михакера, а он с тобой в тиме, поэтому ты не можешь сыграть эту карту на заклинание. Ага, мне верно, это хорошо. Так, значит, я хожу пиво. Нормально. Поэтому продолжаем бороться. Кто мне тут переворачивает? Я даже ни разу не шмальнул по ней. Я краду у него бочку, да? Да, кради бочку. Я ее себе. Но она за это. Они так. Я понял, я понял. Не по пассивке печально. Давай. Бэнк или же не бэнк? Ну давайте. Теоремин. Бэнк на. Так, на Каспера или же. Давайте на Каспера. Бедный Каспер. Что же это такое? Все, это скип? Ах, тебе хп нельзя похитить. Ладно, окей, да, все скип. Беру две карты. Я просто думал, тебе ХП надо похитить. Не обижайте Михакера. Обижайте лучше меня. Маленького Михакера нет? Дуэль в Каспера. Блять. Михакер, а чё ты молчишь? Чё вы так Каспера гасите? Каспер, у тебя бэнгов нет, что ли? Нет. Ну, паникой забираю карту с руки. Да ну зачем? Я же просил не обижать. Ну чё обижать у маленького Михакера? Да, чего обижать, я же говорю, не обижать. Маленький Михакер, а мы будут. Так. А кого мне забирать, тебя что ли? Понял. Каспер. А, ну да, ты не можешь обидеть. А нет, я мог точно погрызть. Чего ты мог? Слава богу, что ты не додумал. Ничего не мог. Так, я, короче, беру вот эту штуку, использую. Ага. Ты у любого игрока берешь карту. У любого игрока как? Абсолютно у любого. Ну я возьму, наверное...
Хотя нет, берем шерифа, он более вижу. Не-не-не-не, да. Пошел вообще. С игры могу взять? Да. Может, игры или с игры с руки. Укрытие, укрытие, бери, я сейчас буду стрелять. Выкидываю ее. Нет, себе забирай. Себе себе. Вот, все, молодец. Смотрите, какой маленький, не хакер злой. У меня три. Как вы так быстро крутите? На кью, на кью. На кью? Нет, 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 чтоб типа на 45 сразу градусов. Колесико мы еще часто быстро. А, да? На кью или где? Или колесико. Так, ну что Миша делает дальше? Так, что дальше? Красотку? Ну давай. Кидываешь карту у любого игрока. Не трогай. С руки из игры. С руки из игры? Ну давай вот эту вот выкину. О, ну ладно. Молодец. Прямо до михакера не достреливает. До меня, до меня. Да, до меня достреливает. Маны Бубо, ты что делаешь? Ничего не ходилось дальше. И ну, все, да, все, все. Все, ладно. Ну, Каспер, ходи. Каспер, 2 хп у тебя, да. Я сейчас сделаю так, смотрите. Я использую виски. Это что? Что она делает? А к ней я еще индейцы кину. Нет, ты скидываешь. Не, он скидывает, он скидывает, да. Да, с ними еще индейцы скидывают, потому что мне они нафиг не нужны. Все. Типа за две скинутые карты, да? Так, дальше я хожу на нашего шерифа паникой. Только переверни, если будешь тырить. Да, если с руки будешь тырить, то переверни. А, ну ладно, он какой-то, он короче, стырил. А что дурак, ты бочку не забрал? Бочку. Вот тебе нужно было знаешь, бочку забирать. Стырил? Он стырил. А, ну можно было эту. Да. Короче, он меня тикил. Всегда можно забирать. Ну уже ж все. Он стырил тикил. Что-то хреновое. Ну вот, смотри, здоровье себе буду пополнять. Ну нет, тебе надо будет карту еще вместе как, стырить. Как, а, и все, я... А, ну да, все, я походил, все. Я скипал. Надо добить этого Каспера. Не надо. Давайте красотку. Не надо. Красотку. Давайте. Что, как думаешь, что сделать? На кого давать? Да как хочешь, ну, сама думай, сама думай. Давай. На Холдора. На Каспера. Так. Бенгом. Нет, красотка. Скидывает у тебя карту. Блин. О, скинул мою. Он у меня скинул, я ее здесь забрала. Бенгую на Каспера. А вот я у меня мимо есть. Я все. Хорош, хорош. Ну, слава богу, подфартил мне. Да ё-моё. Ой, Саня, Ты что, видел мою карту? Нет. Так, давай мы Настю убьем, Саня. Да у Сани карабин галимый. Бэнк. Бэнк. Каспер мимо. Да ё-моё, мне нужно оставить 4 карты. Я скинул вот эту вот карту, оставил 4 карты, я скип. Можно что просто... Бери себе две карты, да, бери себе две карты. Да-да-да-да-да. Текс. Ну давай, что мы делаем? Блин. Настю бьём. Ну, а что, бочку нет? Да, Настя. Снег! Да, Настя. Бочка! Бочку проверяешь? Чё там? Не монета у тебя. Почему у тебя одна карта на руке вообще, алё? Украли все. А у меня стырили карту. Я использовала. Я по ней сколько шмалял. Что я могу сделать? Ну да. Так, михакер, ты все? Не, сейчас погоди, я еще. Да и Саня, я не женщина еще. Нет, все, я все, я все. Все, ладно, как. Так, а я его обидно, Саня. Я не женщина еще, Саня. Я не старая. А куда куда это сброс, да? Я еще не. Так, ага. Так, давай пора. Блин, а что делать эта карта? Сейчас, секунду. Помощник шериф, я бы ее выиграл. Блин, я не знаю, кому бить. А я делаю... А я вот капкан беру. А могу ли я его сразу использовать? Нет. Сразу только через ход. Ну вот, значит, все. Я скипаю. Сейчас я отойду на ту секунду. Окей. Настя. Что там у тебя? Блин. Миша, я грохну сначала твоего бандита, а потом и тебя, понятно? Каспер! Да. Миха, возьми у него карту, посмотри. Все, положи. У него мимо есть? Это мимо, нет? Нет. Ну, значит, мимо. Пошел в очко. Я закончила. Да, все, ты закончила. У тебя есть паника? Паника есть? Ну, сейчас посмотрим, если придет. Если есть паника, можешь забрать одну. Нет, я не пришло. Ну, Бэнк по Каспе, у него нет... Да-да-да.
Ох. Так, еще? Я скидываю еще одну. Что у меня тут уже оборовываете? Да там тебя постреляли. Я уже два хп. Все так быстро? А, ну не ходит. Я минус два хп. Да, это минус два хп. Ну вот меня отрывается. Мам. Ну давай вот это. Индейцы? Ты должны скинуть банк или минус? Зачем? Я минус. А, блин, у тебя же нету. Я дурачок. Ну, все уже. Ну ладно. Два хп у шерифа. Блин, Настя, ты че? Предлагаю, убиваем. Я же индейцев могу, по-моему, проверить, да? Ну, проверить больше. Нет, не можешь, не можешь. А, разве индейцы не проверяют побочку? Это же не бэнк, это индейцы. Ты все там хипаешь? Нет. А ты сейчас еще что-нибудь такое кинешь? Ну, я вот такое кину, пока что положу. Нету, да? Оно же ложится пока что, да? Да, только пока что ложится, да, зеленая карта. Ну и все, да. Блин, буфало. Ой, бэнгов нету, дай мне хакер. Да, что-то нету. Давай, Каспер. Давай, Каспер, ходи. Так, я прям сейчас хожу пиво, чтобы... Да, но сначала гитар. Пей пиво. Да, кстати, ты бы взял сначала. Да, тут бы было что-то получше, виски там. Убер пиво. Так, я использую железный лист. Мальчик, ты чё бухаешь? Я 18. Я использую гатлинг. А гатлинг он на все. Он по всем, да. Мехакер, сорки. Сорки мехакер. А чё делает? Тебя сейчас бить будут. Гатлинг бэнк по всем, я скинул мимо. А, ну я тоже мимо. Настя, чё, последний хп осталось? Ура, бьём! Ты ещё можешь использовать. А я использую капкан. А что ты давай? А я у Насти заберу, бочку заберу. Ага. Да, ты закончил? Закончил, да? Все, прощай, мехакер. Пошел бочку. Прощай, мехакер. Почему? Почему? Пожалуйста. А, она еще две карты берет, блин. Пиво, пожалуйста. Нет, пока. Блин, мехакер. Блин, когда тип. У тебя железный... А меня... А нет, да. Стоп, не работает. Не работает? Артём не работает. А он только что... Он только что выстрелил. Да. Так, хотя бы... Я чем добить? Скинь. Ой, Хелдор, не надо. Выйди, Сань. Все еще не работает, пока до него не дойдет, типа? Да, пока до него не дойдёт. Охренеть. Не надо. Давай, Сань. Пока. Пошёл, бочка. Добей Настю, пожалуйста. Берут три карты. Постараюсь. Только не знаю как. Пошел бочку. Я буду жить. Дилижен, заберу еще две карты. Ай-яй-яй. Давай, Саня, мы сможем. Добей Настю. Динамит. Блэ! Зачем, Саня, зачем? Ой, ладно, хоть бы Настю я подорвал. Я пошутил, скидывай. Ты что, ты меня пугаешь? Твоя обосралась. Ну, блин, у меня... Ничего нету, я все скидывал колокол. Бэнк я играл. Ай, все? Дуэль в тебе. Короче, мы по очереди, начиная с тебя, по очереди скидываем бэнк. Кто у кого первый закончится бэнки, то теряет хп. Ну тогда минус хп. Окей. Все, я скип. Так, что там? Я что-то могу использовать, да? Ты можешь сначала две карты. Карта возьми. Ну ладно. Буфало можешь использовать. Буфало. На Настю. Скидывай бэнк, сначала скидывай бэнк, а потом буфало. Не считается. Я бочку. А? Давай бэнк. Бэнк, а потом буфа. Бочка. Бочка не сработала. Ой, слава богу. Минус хпшечка. Нет, трогай. Ну все. Трогай маны. Буфала. Да, у нее нет мима. Да, у нее нет мима. Стоп, алё, не буфала, дети. Сработал, окей. Бля. Сори. А чё, буфала проверяется? А, да, буфала тоже проверяется. У нее бочка. А у тебя нету ничего другого, Михаил? Сейчас, погоди, что сомбреро делает? Сомбреро это защищать это мимо. А, только надо выложить. Там же все написано, там же значок. Ну все, понятно. Так, я хочу жить. И пиво использую. Окей, хорошо, хилишься. А ну хоть что-то. Дайте мне пиво. Все, Настя, снова две карты. Блин, стрёмно. Нет там пива. И угадайте, что. Что? Бэнк. А у него даже
А сам... ты не можешь, да? Да, мне нечего. Стреляю в Хелдора. Ладно, все, я беру две карты, получается. Спаси меня. Ну что там у тебя сочилось? Ну, я бей кидаю, Настю, я пожалуйста. Я красотку, скидываю тебе укрытие. Блин. Ла-ла-ла. У тебя бэнк, Михакер. Черт. Все, я не могу больше ничего. А так, убей Настю, мешаю. Убей Настю. Я сейчас сдохну. Я сейчас чекаю. Хотя меня бочка может спасти. Да, может. Твою мать! Че, бэнк не пришел? Ну все, ничего. Настя, бери две карты. А шути там хоть вып. У меня выпала одна пушка. И еще одна карта. Бэнк! Блин. Нет, у меня есть... Сомбреро. Да, у меня есть сомбреро. Зачем ты ему напомнил? Я забыл про неё. Ну, честно, играю. Ну, ладно, всё, я скину. Ладно, беру две карты. Ги, Сони, пожалуйста. Блин, одно хп. Давай, Сони. Бэнк по михакеру. Мимо. Я не могу больше ничего. Какая последняя карта? Это не две карты. Да. У меня сейчас шляпа работает, точнее. Да, у тебя шляпа сейчас работает. У меня сейчас два раза. Чё? Так, всё. Ну, я беру... панику использую. Ну? И что у нас забирает? И забираю у тебя шляпу. Нет, ну не трогай, возьми бочку. А, только с руки, да? Нет, отсюда можешь. Шляпа у него уже работает, если... Да не трогай меня! А, уже работает? Бочку забери! Забери бочку, но не трогай шляпу. Да нет, в смысле, Миха, ты можешь забрать у нее шляпу, и я просто тебе подсказываю, то, что она уже может воспользоваться ей. Окей, возьми бочку или Пони Экспресс, но не шляпу. Ну я понял, что воспользуется, да? Ты себе берешь, окей. За что ты такой жестокий? Так, ну и... бэнг. Ура! Мимо! Да ну на! Да ну на, два раза сработало! Раза можно! Все, больше нету. Теперь, Настя, ты берешь две карты. Там твою же знаю. Еще Пони Экспресс. Еще три. А у меня уже работает шляпа? Нет. Блин, ладно. Ты ее забрал, ты их выставил. Так, вот... Вот так. Ё, да ну на! Так, пошёл в очко с выиграю. В бэнк на тебе. Да ну на! Да. Всё, я скину. Окей, у тебя должна остаться. Ах, сука. Ну ладно. Ладно, вот две карты. Пожалуйста, спасите меня. Ставлю бочку, сыграю в магазин. О, хорош! Так, ладно. Ты берешь первый. Почему одну гадость? Я возьму железный лист, Миша. Почему возьми тюрьму? Его в тюрьму посадил бы. А, да, давай. Ладно, уже. Ой, нет, в руку тебе на. Я сыграю бэнк на них. Нет. Да. Венчим отбиться? Нет. Все, только не бэнк, пожалуйста, только не. Все? Да, бери бэнк. Бэнк на нее. Если я сдохну. Хотя нет, у нее есть это. А, да, бэнк. Если я сейчас умру, ты сам проиграл, да? Да. Да чтоб тебя! Да ладно, не отбил. У тебя бэнка нету. Я ставлю вот эту штуку. И бэнк. Да нет. Все. Давай. Нет, нет! Ебой! У тебя нет мимо? Ебой! Yeah, у меня было два бэнка! Ух, это было жестко. А ты мало... умер первый. Миха затащил.